За период независимости Казахстан и Армения добились немалых успехов в развитии всего комплекса двусторонних отношений. В последнее время отмечается высокая динамика политического диалога на высшем и высоком уровнях. В течение последних нескольких лет Ереван с визитами посетили президент Казахстана, премьер-министр, председатели обеих палат парламента Казахстана. Достигнутые в ходе проведенных переговоров договоренности в настоящее время последовательно реализуются, несмотря на пандемию и глобальный экономический кризис. В целом, активное взаимодействие между нашими государствами осуществляется в рамках общих интеграционных объединений, в рамках Евразийского экономического союза, ОДКБ, СНГ, а также по линии ООН и международных организаций. Но с удовлетворением хотел бы отметить, что несмотря на пандемию и глобальный экономический кризис, двусторонний товарооборот между нашими странами по итогам прошлого года увеличился более чем в два раза и, несомненно, имеется большой потенциал для дальнейшего развития взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между нашими странами, а также роста взаимного товарооборота. Мы возлагаем большие надежды на активизацию межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и очередное заседание, которое сейчас планируется организовать уже в ближайшие месяцы. При этом важно использовать различные механизмы и инструменты в рамках Евразийского экономического союза для расширения торговых возможностей двух стран. Я считаю, что одним из главных приоритетов казахстанско-армянского сотрудничества является торгово-экономическое взаимодействие, развитие и расширение инвестиционного взаимодействия. И в этом плане очень важно использовать различные механизмы в рамках межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Уверен, что взаимовыгодное партнерство, создание новых рабочих мест, активизация бизнес-контактов на всех уровнях будут способствовать благополучию между нашими народами. Также важнейшей составной частью нашего сотрудничества является культурно-гуманитарное взаимодействие. И в этом плане важную и значительную роль играет армянская диаспора в Казахстане,
которая является своего рода живым мостом между нашими странами. И показателен тенденция, которая сейчас видна среди армянской молодежи по изучению казахского языка и культуры. Так, в прошлом году на базе Ереванского государственного университета открыт центр имени Абая, который оборудован современным оборудованием и соответствующей учебно-методической базой для изучения казахского языка и культуры. И в этом плане имеются много возможностей для расширения наших традиционно дружественных отношений.